Младший сын российского актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Артист находится с тяжелыми травмами в реанимации. У Николая Ефремова в результате инцидента появились закрытые переломы бедра и таза. Врачи провели ему две срочные операции. Также они диагностировали у Ефремова-младшего сердечно-сосудистую и церебральную недостаточность. Как сообщили соседи, Ефремов-младший злоупотребляет спиртными напитками и состоит на учете в психдиспансере. Сам актер назвал инцидент случайным и заявил, что никому не имеет претензий.